Всем привет! Расскажу о сервисе, который предназначен для разгона ваших роликов на YouTube канале. То есть, если вы выставили свой ролик, и для того, чтобы YouTube его подхватил и понес в массы, вам надо немного накрутить на нем просмотров, лайков, комментариев и подписчиков. Все можно сделать на этом сервисе. Итак, после перехода по моей реферальной ссылке, вот по этой, вы попадаете на такую страничку подписки. Регистрация простая. В первую строку вбиваете свой логин, по которому вы будете входить на этот сайт. Потом придумаете паспорт. В третьей строке повторяете этот паспорт. Вбиваете свой рабочий email, на который придет подтверждение. В последующем, если будут у вас свои рефералы, здесь будет ваш стоять логин. В данном случае я сейчас зашел по своей ссылке. Нажимаете «Я не робот». Проходите капчу. И нажимаете «Зарегистрироваться» на эту кнопочку зеленую. После этого вас перебрасывают на вот такую похожую страничку. Но пока сюда ничего не пишите, просто зайдите в свою почту, найдите письмо от YouTube Monster. Оно придет не сразу, в течение 5 минут. У меня через 3, кажется, пришло. И, скорее всего, оно попадет к вам в папку «Спам». Вернете его просто в папку «Входящие», зайдете в него. И здесь вам нужно нажать на вот эту кнопочку «Активировать аккаунт». У вас откроется новое окошечко. Вот это. И если вы сохранили пароль, то они уже будут здесь стоять. Если же вы не сохраняли, то вам придется вручную писать логин и пароль. И нажать «Войти» первую кнопочку. Вы попадете вот на такую страничку. Изначально у вас будет на балансе 100 кредитов. Сейчас быстро пробегусь по вкладочкам. И потом покажу, как можно зарабатывать кредиты. И как добавить задания на этом сервисе. Для просмотра уже ваших роликов. Просмотра, лайков, комментариев и подписок. Если вы работаете в браузере Google Chrome, то можно страничку эту перевести. Нажал вот сюда и нажать «Перевести». Все станет более-менее сразу понятным. Итак, панель приборов. Мы сейчас в ней находимся. Здесь будет показано, сколько кредита вы получаете. Вот они будут отображаться в нижнем правом углу. За каждый просмотр ролика в 10 секунд вам начисляется один кредит. Соответственно, все остальное увеличивается. 40 секунд, 4 кредита, 450 секунд, 45 кредитов. И так дальше. Чуть позже я покажу, как они зарабатываются. Мы запустим клиента. Следующая вкладочка компании. То есть на этой вкладке вы будете добавлять свои задания, выставлять свои ролики. Нажимаем на кнопочку «Новая компания». И после того, как вы просмотрите 25 роликов чужих, вы сможете уже добавлять свои ролики. Вернемся к этому чуть попозже. Я сейчас только просмотрел 16 роликов. Дальше. Рефералы. На этой вкладке находится ваша персональная реферальная ссылка. И внизу будут показаны ваши рефералы. У меня здесь один реферал. Вот он уже мне заработал 26 кредитов. И не бойтесь, у вас они не отбираются. Это уже дополнительно дает сайт за то, что у меня есть один реферал. Это я объясняю тем, кто боится переходить по реферальным ссылкам. Итак, идем дальше. Сообщество. Ну, здесь, как и везде, какие-то конкурсы будут проводиться. Потом вы можете просмотреть сроки исполнения своих заданий. Сколько уже выполнено. На доске лидеров вы можете посмотреть людей, кто лидирует по просмотру. Но для меня эта вкладка больше интересует количество людей. То есть здесь находится 105 830 участников. То есть есть кому посмотреть эти ролики. Не думайте, что здесь всего 1000 человек. И ваши ролики будут просматриваться, лайкаться и все остальное делается. Итак, вернемся дальше. С сообществом более-менее разобрались. На вкладочке с тачечкой, с тележкой можно купить кредиты. 5000 кредитов стоит 5 баксов. Правда, оплата с помощью PayPal. Я думаю, не всем это подойдет, но кто знает толк в YouTube и что на нем можно зарабатывать, то эти деньги за 5000 кредитов не такие уж и большие, если с них можно сделать 10. Итак, поддержка. Здесь вы можете написать что-то, если что-то непонятное. В часто задаваемых вопросах почитайте, если что-то непонятно. Итак, вернемся на панель приборов. И вот наша заветная кнопочка, через которую мы запустим клиент и начнем зарабатывать эти самые кредиты. Итак, нажимаем на нее. Нас перебрасывают на такую страничку. Показывают, какая стоит версия клиента.
И нам нужно нажать на вот эту кнопочку еще раз. Нажимаем. О, можно даже перевести. Итак, теперь, чтобы начать просмотр, нужно нажать на кнопочку «Начало». У нас открылась новая вкладочка. Пошло соединение. И пошел просмотр ролика. Можете эту вкладочку зажать левой кнопкой мыши и вытащить в новое окно. Я обычно так делаю. Вот советские ролики тоже крутятся. Хотя сайт сам зарубежный. Потом нажимаю «Свернуть». Он ушел. Можно снова перейти на панель приборов. Вверху также нам показывают подсказки, что если мы просмотрим 50 видео ежедневно, то получим бонус в размере 500 кредитов. Мой клиент просмотрел только что 60-секундный ролик, был заказан, я получил за него 6 кредитов. На балансе уже 240 кредитов. Сейчас я поставлю на паузу и, как просмотрю 25 роликов, я покажу, как добавлять свой ролик в задание. Итак, продолжаем. Вот на клиенте мне показывает, что я просмотрел уже 46 видео, то есть больше 25 минут. Последнее просмотренное видео у меня вот 400 секунд, кто-то заказал больше 400 секунд. На балансе у меня 397 кредитов. Давайте обновим наш сервис. Вот последние мои кредиты, которые я заработал, показано справа. Три видео осталось мне досмотреть до получения бонусов 500 кредитов, которые я могу после забрать. И я надеюсь, теперь уже я могу выставить свой ролик на просмотры. Заходим на вторую вкладочку. Нажимаем «Добавить компанию». Открываете свой YouTube канал. Заходите в свой YouTube канал. Открываем видео. Ну, например, вот это видео я хочу раскрутить. Остановим его. Полезный ролик, но почему-то YouTube его забивает. Ссылочку берем вверху в строке браузера. Вот эту, то есть. Копируем. Не вот эту, которую мы обычно берем поделиться, сокращенную. Эта ссылка не проходит. Сервис ее не видит. То есть берем вот эту верхнюю ссылочку. Копируем. Переходим в нашего монстра. Вставляем сюда. Дальше выбираем, что мы хотим здесь сделать. Просмотры, комментарии, лайки или подписки. На данный момент работают только просмотры. Сайт реставрируется. Многое чего лишнее убирается. Надеюсь, все заработает. Итак, нам нужны в основном просмотры. В этой строке выставляем, сколько секунд будет просматриваться ваш ролик. Минимальный просмотр начинается от 20 секунд. Меньше 20 секунд я не рекомендую вам ставить, так как YouTube вам просто не засчитает этот просмотр. И в свои кредиты вы выбросите на ветер. Вообще-то рекомендуют ставить 70% от длительности вашего ролика. Тут нужно понимать вот что. Если ваш ролик длится 1 минуту, то есть 60 секунд, а вы поставите 50 секунд, а при просмотре вашего ролика YouTube на него поставил 2-минутную рекламу, то, соответственно, ваш клиент посмотрит только 50 секунд рекламы и перейдет к следующему ролику. В этом случае сервис засчитает, как будто выполнен один просмотр, а сам YouTube этого не засчитает, потому как он засчитывает только просмотр вашего ролика, а не рекламы перед ним. В общем, я вам советую меньше 60 секунд не ставить. Итак, видео у меня примерно 2 минуты, поэтому я сюда поставлю 120 секунд. Следующая строка показывает, какое количество просмотров вы заказываете. Вот показано, кредиты у нас 0 взимается. Если я поставлю 1, то есть у меня снимется 12 кредитов за один просмотр. Дальше, если здесь поставите галочку, то открываются еще две настроечки. В первой графе вы можете задать, какое количество просмотров в час. То есть, если поставите 1, то ваше видео покажется 1 раз в час. Соответственно, за сутки 24 раза покажется. То есть, если я запланировал 96 просмотров, округлим до 100, то примерно за 4 дня они все просмотрятся. Вторая графа заполняется, если вы в верхней строчке поставите больше 1 раза в час. То есть, через какой промежуток времени ваше видео снова будет просмотрено. И здесь оно будет выбираться рандомно. От 20 секунд до 120. Вы можете поставить любую разницу. Типа от 30 до 120 секунд. В этом промежутке ваше видео будет в следующий раз показано. Это сделано для того, чтобы YouTube видел, что
действительно человек зашел и посмотрел это видео. Итак, все мы настроили. Осталось нажать кнопочку Submit. Нажимаем. И здесь нам показывают, что видео добавлено в систему. Давайте посмотрим, где оно находится. На вкладочке компании. Вот наше видео появилось. И здесь оно появилось в просмотрах. На этом все. Все остальное проделается похожим образом. Зайдем на главную страницу. Здесь показано, сколько у нас списало кредитов. Как вы видите, люди выставляют и по 120 секунд, и по 590 секунд. 590 это примерно 10 минут. Видео будет просматриваться. Если хотите увидеть все ваши кредиты, которые вы зарабатывали, перейдете по этой вкладке и увидите. Я возвращаюсь на главную. Надеюсь, я вам объяснил главную суть. Все остальное, я думаю, сами разберетесь, если вам что-то нужно будет. Ссылка на этот сайт, как всегда, будет в описании ролика. Подписывайтесь на канал. На этом все. Пока-пока.